Самарская губерния – жемчужина в центре России. Ее географическое положение способствует быстрому развитию экономики, а природа Жигулевских гор просто создана для туризма. Крупнейшая река Европы – Волга, украшена настоящей маленькой Швейцарией. Самара – столица губернии. Сюда можно попасть на любом виде транспорта – автомобиле, теплоходе, самолете или поезде. Самара основана в 1586 году. Здесь проживает 1 177 000 жителей. Новый железнодорожный вокзал Самары поражает своей современностью. Грандиозный комплекс включает комфортабельные залы ожидания, VIP-залы для отдыха, гостиницу, конференц-зал и многое другое. А главное, здесь действует европейский уровень обслуживания пассажиров. Остановиться в Самаре можно в крупных современных отелях или в уединенных гостиничных комплексах. Всего в Самарской области насчитывается 76 гостиниц. В центре исторического города вас ждут встречи с памятниками архитектуры. В Самаре сохранились и действуют старинные православные церкви. Украшением города стал новый храм Георгия Победоносца, органично вписавшийся в архитектурный ансамбль Площади Славы. Самара – город, где свободно живут люди разных вероисповеданий. Около 20 лет продолжалось строительство архитектурного ансамбля лютеранской кирхи. Мусульманская мечеть построена относительно недавно. А костел Святого Сердца Иисуса, созданный в начале XIX века, возведен в стиле строгой готики. Его шпили видны отовсюду и служат хорошим ориентиром в городе. Одно из самых впечатляющих мест Самарского края – смотровая площадка. По традиции, сюда после регистрации брака съезжаются молодожены, чтобы полюбоваться панорамой Волги и Жигулевских ворот. Еще одна гордость Самары – ее набережные и пляжи, протянувшиеся вдоль кромки города на многие километры. Летом здесь круглосуточно бурлит жизнь. Отдыхают дети, молодежь, взрослые. Работают множество кафе и ресторанов, фонтаны, аттракционы для детей, спортивные площадки –